Жители Светлограда отметили день рождения города и первый день Петровского городского округа. Поздравить горожан приехал губернатор Владимир Владимиров. Глава региона пообщался с местными жителями и прогулялся по подворьям. Их развернули на главной площади города. Лучшие предприятия округа представили свою продукцию. Весь день в Светлограде проходили народные гуляния и выступали творческие коллективы. А ранним утром, прежде чем отправиться на центральную площадь, Владимир Владимиров и краевые депутаты проверили качество отремонтированных в этом году дорог и осмотрели важные для городского округа объекты инфраструктуры. Но мы в первую очередь, конечно же, посмотрели тот наш первый рекультивируемый сегодня полигон твердых бытовых отходов. На месте уже нет твердых бытовых отходов, полностью закончена рекультивация. Сегодня производятся мероприятия по дегазации оставшихся остатков. Ремонтные работы, связанные со школами, с садиками проводимые, строительство ФАПа. Много мероприятий. Дай бог нам еще несколько лет так поработать. Я думаю, мы сможем изменить. В совершенно другом виде сделаем уже городской округ, да и наш Ставропольский край.